Шаман подводит глаза. Активист Ян Коробков написал заявление в МВД, что Ярослав Дронов, он же шаман, в таком вот неприличном виде с подведенными глазами поет следующие строки. «Я русский». Таким образом создает образ русского человека как гомосексуала, который порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире. Конец цитаты. Коробков обратил отдельное внимание на то, как мужчины хлопают шамана по лосинам, носят его в клипе на руках, а на звуке колокольного звона в англоязычных субтитрах появляется аббревиатура ФЭП, которая в английском обозначает мастурбацию. В полиции в ответ заявили, что у них нет претензий к самому патриотичному из поп-звезд.